Привет, доктор. Майор требует человека. С людьми напряженка. Некого послать. Пошли за Ику. Подставить Артура? Он же суперкурьер. Причем много знает. Тебе виднее. Но только знай, майор требует человека, и причем срочно. Встреча там же, 12-го в 12 часов. Слушай, Артур, как там дружок твой? Или кто он тебе? Ну, борец этот. Однофамилец. Брат дедомовский. Плохо. А что так? За оклад пашет. А за оклад теперь только президент работает. У него один парнишка в секции позвоночек сломал. И ему теперь... перекрыли кислород. Вот-вот. Мне срочно нужен человек. Потолкуй с ним. Потолкую. Ну, порядок. Алан! Артур, пойдем выйдем. Побудь! Идиот! Зачем ты притащил его сюда? А куда? Ты же сам сказал, срочно! Срочно! Срочно, да не так! Дурила! Отпирай выражение, а то ты меня знаешь. Ладно. Пусти! Двенадцатое число. В 12 часов дня. Центральный рынок, у киоска. Человек с синей спортивной сумкой Монтана. Все. Да, вдолби ему это и передай командировочный. Командировочные. Остальные потом получишь, по возвращении. Ой! Еще и мне хребет сломаешь. Ну, летишь сегодня? На лекарство мальчику. Ты знаешь сам. Будь. А-а-а.
осторожен. Алан попался. Ну и что? Он уже месяц как попался. Он не раскололся. Его надо вытащить. 9 килограммов товара, как не бывало, еще должен был расколоться. Доктор чуть с ума не сошел. Иди, иди, Артур. Я для тебя и так много сделал. А может... Я съезжу туда. Там... А когда... Идиот. Москва не первый раз ведет до расследования. Однако у них из этого ничего не получается. Знаю. Знаю. А вот на этот раз за это дело взялся некий Коротков. А? Только что был у меня. Вот этот очкарик. Вон он. Терский его фамилия. Ранее не судим. Осужденного Терского определить в 4-й отряд. Да. А там с ним разберутся. Прямо.
Стекла в туалет убрали? Да, все нормально. Пошел. Земеля, откуда перелетел? Откуда? Черняшка, Окпи. Кавказ, да? Да играй. Да играй. Гильдичан, тип с Кавказа. Опи, здоров. Наш отряд пошел. Ты иди скажи. Кавказ должен будет спать на месте этого шайтана. Иди. Сделаем. У нас место есть, начальник. Я ему койку покажу. Ладно, проходи. Идем, Кавказ. Ты первый раз дома, что ли? Я тебе все объясню. Такой кайф, да. Это женский. Маша. Подарок. Губар, увеличь норму, ну, устала я. Понимаешь, это моя жена. Такой кайф даю, да, вообще? Ак, а? Дай закурить. Да. Это чумошник вообще, турболет. А дальше кутки чисто говоря, разных мастей. Понимаешь, тут свой закон. Можешь к ним попасть, да, вообще? Или в женскую. Вот это твое место, а тут мы живем. Муха есть? Что? Деньги. Были, отобрали. Это понятно, за проволоки спрашиваю. Есть, наверное. Кто за опи сидит, мухи водится. Здесь деньги надо. Если деньги есть, хорошо живешь, как я. Ну, отдыхай пока. Я пошел. Статья 235. Порошницу ломить, хитрые вомать. Здесь болит, там болит, нога болит. Отнеси это в умывальник. Меня зовут Шерхан. Я с детства в колоннах, лагерях, на тюрьмах. Я стар, и у меня нет подруги. Ай! Под крышей Шерхана живется неплохо. Умывальник там. Ну что, уже трудоустроил? Еще и свадьбу сыграем. Похоже, Шерхан подпряг. Смотри, парень, здесь слабых и податливых обижает. В общем, сам понимаешь. Сказка! Музыкант.
Курин здоровый, отмороженный тип. Ну, вали отсюда. Как глянул на него, чуть в штани не наложил. Может, был под твоим взглядом и в штанишки спустит. Спустит. Ухо поломанное. Борец. Спарта любит стоять, наверное, да? Глазки зверем держит, да? Денашки. Вот они. Подожди. Зачем ты без мыла постирал? Этот парень под моей опекой. Ты меня понял? И не лень тебе впрягаться. Послезавтра обед на свободу. Ты это мне? Это я так, Петрович. Идешь ужинать? Пусть лежит. Я перетащу хавку. Чай будешь, Кавказ? Эх, черняшки нет, водки нет, потому что денег нет. А может, Костя перекинь? Не понял. Композитор, дергай отсюда. Распрягся тоже. Это что, твоя койка? Спрашиваешь, клоун. А ты, Вовчик, докажи, что это твое место. Он за дело срок тянет, а ты? Вали отсюда, а то сейчас зубов не досчитаешься. Только не здесь. Идем. Ah!
называется двойной Нельсон. Секи. Чего тебе? Норма есть. Да провались она. Давай. Ну и много заработал? 8 лет. Я про деньги говорю. Не успел, сходу попался. Ясно. Тебя сдали. Такие, как ты, здесь бывали, и многие из них кончали плохо. Почему тебя так Шерхан боится? Есть за ним грешки, за которые по здешнему кодексу по головке не гладят. Будь осторожен, приглядывайся. В твоем деле много темного. Главное, никому не спускай. Ну, бывай. Я детдомовский, прорвусь. Остерегайся Шерхана. Похоже, у него к тебе особый интерес имеется. О побеге забудь. Из этого лагеря можно попасть только в другой лагерь. Ха, более строгий. Но для тебя, похоже, это тоже выход. Почему ты не разоблачил, не колонул Шерхана? Шерхан. Шерхан старый скот, закон знает. На разборке уйдет много времени. Он ведь сучился в другом лагере, в северном Казахстане. Да и здесь его не просто так держат. Похоже, он кому-то нужен. Гражданин Сенин, на выход! Жалко татарин третьего отряда. Что?
Я про то. Зарезали ночью бритвой. Жалко же. Хороший пацан был. Вы еще здесь? Да-да. Здравствуйте. Иван Кузьмич, что за поклёп на начальника отдела по борьбе с наркоманией майора Баркова? Я просто хочу допросить его по делу Терского. Как свидетеля или... Пока как свидетеля. Пора сдать дело в архив. Да, но кое-что я хотел бы уточнить у Баркова. Тут и так все ясно. Наркокурьер Терский Артур был убит при попытке оказать вооруженное сопротивление. Вещественные доказательства его вины налицо. 9 килограмм опия, пистолет системы ТТ. А майор Барков, кстати, министром неоднократно поощрялся за свою работу. То-то и странно, что ловит он что-то одних бизнесменов-одиночек. Все слова. И доказательства будут, уверяю вас. Вот тогда и поговорим. Что, Кавказ? Я на разборке был. В третьем отряде. Тот татарин, которому убили, он мне деньги должен был. Я его долг перекинул Горбатому. Это он его убил. Вот. Спокойной ночи. Слышь, Акбар, в долг можно играть? Конечно. Как договоришься, если срок долго не даешь, каюк будет. Завтра, наверное, сыграю. Ты, Кавказ, мне держись. Я играю, знаю, как играть. Мы с тобой выиграем. Держись, Кавказ, еще отыграешь ты. Тряхни как следует. Ты же мусульманин. Все тут от Аллаха зависит. О, Гельди, новенький прибыл. Шерхан,
Это отмыки. Серега! О, Вовчик, здорово! Серега, как ты? Какие люди? О, Шерхан! Шерхан Пахан, ты его знаешь? Эй, помощник! Шерхан! Как твоя задница, сука? Нет еще, да? Ты что, Серега? Сука, он понял? Шерхан! Я уже боюсь, двигало сдрючили. Рассе, пусть он докажет. Ты тянул же с Казгани? Ну и что? За что тебя перевели сюда? А тебя? Пусть он докажет. Шаг, рассосались. Мусора катят. Мне кажется, тебе не отвертеться. Я докажу. Скажи, Шерхан, что ты не стучал. Теперь докажи ты. Что там случилось, Акбар? Шерхана, кажется, двинули. Забудь, что говорили. Сука! Ты что? Я докажу! Брось молоток! Брось молоток! Брось молоток! Ты что, Кавказ? Боря будет! Пусти, я докажу! Он не доказал, и ты не докажешь! А
Ну, ребята, расходитесь. Потом разберемся. Дерзкий? Да. Идем, поговорить надо. В тюрьме слышал, убит в перестрелке. Он Терский, ты Терский, вот и подошел. Да. Ты, Варджук, где живешь? Вашингтонские. А мы с Артуром выросли в детдоме на Турхане. У тебя в кутке место найдется? Только верхний ярус, Суслан. Верхний так верхний. Зачем вызывали? Так, пустяки. Мать свидания добивается. Ну, иди работай. Пойдем отольем. Я не хочу. Ударим? Или задний врубил? Пожалуйста. Потренировался, нет? Двойной Нельсон понравился. Понравился. До вечера. Называется йокогири. Меды. Вот этот нож должен был отправить тебя на тот свет, а меня на свободу. Что? Беги отсюда, парень. Если хозяин решил грохнуть кого-то, то это серьезно. И ты пожалел меня, да? Мне показалось, что у тебя большие дела на свободе. У меня и здесь дела большие. И если ты о суде, то забудь. Дело Шерхана прикрыли, несчастный случай. Ты предлагаешь красиво умереть на проволоке. А что, это шанс для тебя? Что смотришь? Думаешь, я провоцирую? Ладно, потом поговорим. Потом будет поздно. Бежать надо сейчас. Так, просто и красиво. Что уставился? Я не настаиваю. Хочешь подыхать, оставайся. Эй! Слышь, Кавказ! Я знаю, как дернуть. Правда, теперь для тебя это будет дорого стоить. Сколько? 20. Плюс то, что ты проиграл гильды. У меня нет таких денег. Но ты знаешь, как их найти. Thank you.
несете? Давай со мной. Ну. А это кто такой? Земляк. На шару? Оплатить что будет? Поезд.
ладно, передай, что можно иметь. Все, пришли. Где это мы? В лагере. В каком еще лагере? В пионерском. Шмотки надо бы раздобыть. Ты не умер, Кавказ? Нет еще. А ты, если знаешь, что делать дальше, то давай действуй. Ты вообще много знаешь. Ары, кто, все. Алан, пошли, брат. У меня нет братьев. Я сирота. Пошли отдыхать. Не делайте этого. Пристройтесь к постам на дорогах. И не дай бог вас кто-нибудь опередит. Все, держите меня в курсе. Не обижает? Как мама? Нормально. А вы дернули? Ну, а это у тебя кто? А, мой ученик. К нам уже приходили и сказали вернуться в лагерь и сдаться. Мама заплакала. Слушай меня внимательно. Сейчас рванешь домой, принесешь мой спортивный костюм. Белые штаны, туфли, пожрать чего-нибудь. Ну, а для этого типа свистнешь выходной костюм отчима. Понял? Давай. Шляпу не забудь. Встретимся у крана. Вовчик, а твой брат не проговорится? Ты что? Моя школа. Вовчик, а за что ты загремел? Я так толкнул одного мента, а он взял и умер. Спутал меня с одним подонком. Его упустил, а на мне решил отыграться. Ну ладно, пошли.
Это вам на дорогу. Ну что, все готовы? Спасибо, мам. Вовчик, возьми меня с собой. Нет, нельзя. Я не хочу оставаться с отчимом. Я все равно убегу. Да ты что? Слушайся, мама. Я скоро вернусь и дернем в Китай. Хорошо? Ну что, нам на запад. Мне туда же. А ты можешь дергать куда хочешь, только стольник дай за экипировку. Проверь. Времени нет. Пошли. Пока. Счастливо. Минус доллар. Проверим финансы. Долго еще мы будем тут торчать? Надо было дергать на первой же фуре. Стратег. Влип. Дядя на полсотни нагрел. Вместо 100 полтинник сунул. Он профессионал, надо было брать его с собой. О, наша карета. На запад. Куда еще изюм возят? На хавай. У тебя что, глаза на заднице? Гуляй тут, понимаешь, как по бульвару. Тунду. Без билета. Штраф уплачу. Ладно, ныряй. Правильно сделал.
поезжайте за КАМАЗом и разряди в них магазин. Все, я на телефоне. Вас понял. Thank you.
Который час? 12:30. Заходи. Угу. Парень с вами? А бог с ним. Давай выпьем за святого Георгия. Пусть он нам даст счастливой дороги. А вода я хор за вас, что ли? А мир на вот. Возвращайся в город! Что будем делать? Что будем делать? Это я тебя должен спросить! Молить Бога, чтобы их не взяли. Контролируй ситуацию здесь, а я поеду им навстречу. Твои.
Разба, Саша. Дарман Уркан. Молодой человек, подайте стаканы. Эй, ребята, в чем дело? Дядя сломал ногу. Пойдем. Ему в другую сторону. Да идите вы. Что с ногой? Пустяки. Пошли тогда. Куда? Эй, Кавказ! Подожди! Что, жмут? Сейчас. Забери у него деньги и пошли! Что, деньги? А то, что вы еще на воле. Сколько это стоит? Давай, дергайте отсюда. Завтра будете молить Бога, чтобы вас захомутали, прежде чем вы коньки отбросите в пустыне. А жаль. Всего за 20 штук я бы мог вас доставить на Кавказ с комфортом. Слушай, дядя! Я сам хотел предложить тебе 15 штук. Сейчас за отдельную плату я научу вас на поезд садиться. Ты пройдешь вперед на 30 метров. Ты здесь, я туда пошел. А?
На меня! На меня! Пойма! Горшов! Все окей? Да. Теперь пошли по камерам. Мы туда и сюда. Пошли. Давай, пошли. Искать настоящего мастера. Смотри, не заблудись. Все спектакль. Только телефонный звонок не спектакль. А те приемы, которые он применял в тамбуре, тоже не спектакль, это точно. Может быть. А как он с меня браслеты стянул? Ладно, ты готов? Я пошел. Дядя! Чего? Пить кусать хочет. Иди заройся и спи. Завтра напьешься. Как там Кавказ? Не умер еще? Не, пока не умер еще. Посадив тебя на проценты. А верить? С некоторых пор я сам себе не верю. Фу. Ha ha ha!
вы? Куда вы едете? Зачем? Вовчик, ты куда едешь? Китай ведь там! А ты земляк? Небось, детишки дома, да? А у тебя еще сквозняк в жопе, пацан. Ты что, поехал, что ли? Я лично хочу за своей долей. И ты за своей. А доля ваша там, за решеткой. Денег хотите? А нет денег. Я обманул вас. Нет конфетки. Я дернул из-за того, чтобы кое с кем свести счеты. И я это сделаю. С кем, интересно? Силком ведь тебя никто за дурью не посылал. Не по делу это, землячок. И я это сделаю. Пусть убивает кого хочет, он детдомовский, ему все похер. Но прежде мы предъявим его боссам свои права на наследство. Тебе, наверное, нужно позвонить, дядя. Ведь у тебя здесь друзья. Да не волнуйся, он придет. Алан, Артур поехал за тобой. По поводу Артура, тварь, я с тобой потом поговорю. Кто его послал? Это доктор. Это доктор. Доктору. Предупредите майора. Они прибыли. Давай к машине. Успокойся. Заводи машину. Я ни при чем. Все доктор. Он послал Артура, а там его ожидали. Ждали. Все доктор. Он вам отвалит, сколько потребуете. Лично мне доктор должен отвалить 50 кусков наличными. Если только успеет. Но я не уверен, что успеет. Еще не вечер.
Еще не вечер, еще не вечер, еще не иду я рядом с тобою безоглядно, пусть говорят, что приезжается. Пусть говорят, что внутри сердце и глаза. Еще в запасе время занесу я с тобой. Еще не вечер, еще не вечер, еще открыли двери надежды и доверия. Говорят, что с годами будет путь. Пусть говорят, былого счастья не вернуть. Каждый свое. Алло, 15-й. Охот хозяйства. В сторону, Вовчик! Должны судить. Что ты, дядя? Он купит и тебя, и любой суд, понял? Всем стоять! Руки за голову! Она стреляй, скоро нагрянут. Заберите ее.